шо, трольная закупка. Правда, мы уже не закупаемся, это скорее трольная прогулка, чем закупка. Я думала, через вот мы идем. Пошли, пошлите сюда. Идем неправильно. Сейчас будем идти как нужно. Впереди нас верста. Знаете, есть такой артист Йоминем. Или его как называют еще Эминем. У него есть такой трек «Восьмая верста». И вот нам осталось пройти всего одну версту. И мы как раз побываем там, где хотим. А здесь навоз есть, если кого-то интересует. Да, блядь, навоз нахуй. Это солома, блядь, навоз. Ну я не разбираюсь, я человек брестский. Слышь, ты что такая брестская, а? Четко следуем нужному маршруту. Но маршрут наш неизвестен. Поэтому мы четко следуем. Леня, она такая. Ага, вот эти ребята. Здоров, мужики. Здрасте. Здорово. Как ваше ничего? Как и вам? Что тут, пиво есть? Есть. Водка. Да, пиво. Все есть. Все есть. Было бы нам, хлопцы, песо. Песо? Песо минимально. А песо минимально, как всегда. С песо ничего не будет, наверное. Райком закрыт. Все ушли на фронт. Все ушли на фронт? Фух, жарко у вас тут. А у вас не холодно? Но мы в Витебске. У нас попрохладнее. То я вообще с Печоры. А это где? Коми СССР, знаешь такой? Блин, ну как-то не довелось. Сыктывкар и дальше. Сыктывкар? Усинск, Ухта. А как назвать тех жителей, которые живут в Сыктывкаре? Сыктывкаровцы? Почему? Там половина белорусов, русских, ну, ну коми. Так и называют, комяки. Не, ну... Ну так называем мы. Ну а в паспорте как написано? Написано коми. Коми? Да. У тебя что в паспорте написано? Русский. Ну, так... Республики Беларусь написано, русский ты, блядь. Ну я же русский. У Витебска живые. По-деревенски разговариваешь русский, блядь. Не, ну как я говорю, это не важно. Ну я тоже разговариваю по-русски, я тоже там... Да. Россияне на меня в деревне говорят, ты русский. Дуплет, кстати, как плохой начали делать. Раньше был 5%, сейчас начали сужать. Я девятку еще пил там на севере. Это... Балтику? Балтику, девятку. Угу. Вот там вот заебись. Там бег сухое вино. На бахмеле высший класс. О, девятка. Ну, ти знаєш, один одного на 11 градусів, ну такий, як шампан, ну, шампанське менше. Ну, як сухое вино. Типа. Лево. Йдем. Пошли, до моря зайдемо. Лево, пошли. Добре, спасибо. Давай, будь здоров. А мы в ЗАГСе. Смотри, ассортимент. Бери жопочек. Бери все, что в школу не приколочим. Вау! Здравствуйте! Какой у вас холодный магазин? Да. Но по сравнению со всеми остальными он и не обнаружит. Это везде вентиляторы стоят, у вас кондиционер. Цивилизация. Юля, что будет? Пивасик. Пивасик. Или водку. Вот видишь, нашла все. Послужиться. Давайте все вместе, чтобы все было. Ну да. Водку, значит. А что интересно у вас есть? То, чего нет у других магазинов. Вот, вернешь. Понятия. По магазинам не хватит. Правильно, вам своего хватает. Хватаешь ты вот так с избытком. Я как сам продавец тоже в другие не хожу нисколько. Хорошо. Ладно, ну пиво холодного. Какого? А в магазине только дорогое, да? Давай, давай, подключу дорогое.
Ну, в прямом. Разные белорецкие, может, дешевле. Беловега 2 литра есть в холодильнике? Да. Давайте Беловегу. Не, нормально, не просроченное. Сейчас же его же привозят по 100 раз до 28-го. Я просто у вас в вашем мире первый раз. Не просроченное. Что еще? Ну, пока рассчитайте, мы сейчас еще что-то присмотрим, если вам не сложно, конечно. Как ваш магазин называется? Добрый 2. Что? Добрый 2. Почему вы смеетесь? Типа как дом 2, только добрый, да? В Антополе один добрый, у нас второй. Не, ну просто дом 2, там злость, крики. А здесь добрый 2. Не помню, когда видела последний раз. Да и не стоит, я вам честно скажу. У вас еще было как-то интересно, надо в нем посмотреть. Ну да, первые выпуски, может быть. Кого? На, Оля. Запитан, дайте, пожалуйста, свои каммы все. Ну, за пивон не забудьте тогда. И, прям с ценником. Я думаю, 2 литра. И давайте 2 литра. А вы не одна, у вас тут 2 продавца даже. Ничего себе. Так у вас шикарный магазин. Добрый вечер. А мы вас не заметили. Вы так вкусно мороженку кушаете. Аж мороженое захотелось. Это, наверное, к торговле подбивает. Реклама. А какую мороженку вы кушаете? Я тоже такую куплю. На палочке. Ну, понятно, что мне надо. Так. Как нету? И что? И все. И что же я съел? С вчерашнего утра? Да. Да? Да. То есть ты 2 дня не ел? 2 дня не ел. Добрый вечер. Я просто первый раз тут. Магазин вообще нормальный? Может, не нормальный? Не, ну не траванусь. Да нет. Ну, а вдруг я сейчас колбасы возьму 3 килограмма? Ой, боже. А потом ехать обратно. Смотрите, вот вы просто подумайте. Я возьму колбасы 3 килограмма, я ее съем. И бензин уже будет стоить дороже возвращаться. Логично? Логично. Знаешь, может, и больше. Потому что мы заказываем, чтобы нам хватило вот привода за привода. Привод 2 раза в неделю. Не, ну, у вас зато хорошее обслуживание. Вот благодаря таким продавщицам хочется и хочется заходить в эти магазины. Только что-то бейджиков у вас нет, так и не познакомимся даже. Мешают. Мешают. Непорядок. Что у тебя спрашиваешь? Вижу так? Нормально, вообще бежать. Так, уже самый толстый. Такую мороженку кушали, признавайтесь. Такую. Все, беру. 7500. Ну, торговля идет. Да. Полным ходом. Почти. А чего почти? Иногда бывает лучше. А? Иногда бывает лучше. На, я тебе всему свое время. И это время и место называется колледж. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вам магазин? Хорошо. Я просто первый раз здесь. Вы должны спрашивать, как вам магазин. Не, ну вы же здесь чаще бываете. Хороший магазин. А здесь бери не хочу. Сейчас еще во второй заведем. Да? Офигеть. Походу мы сегодня срываем куш. Малыш, на мороженку. А мы продолжаем троллить. Оказывается, здесь есть еще один магазин. Только оставишь. Все, не ломай. О, погоди. Пойдем к нам туда. Пиво на. Куда вы собрались? Во. Нафига? А что, плохие? Люди отдыхают, пошли. Отдыхают. Ладно, пускай отдыхают. Это... Да 14... Что это такое? Что это за доска? Чего?
Нет, зацените. У вас по-любому, где бы, в каком бы городе бы не жили. Антиалкогольные законодательства. Меня здесь только не хватает, да? А что не планируете это делать? Что это такое? Не гони беса, дружок. Прикольный песик. Ну, чистый. Скажи, передаю привет тролли закупки. Вы не поверите, но сейчас я иду. Колоть свинью. Не колоть, делать укольчик. Блин, я просто реально боюсь животных. И, блин, сейчас я это буду все наблюдать, и мне реально немножко страшно. Можно съесть. Я подослала его, то він это уже такое. Тут чистенький буді був, я поэтому... Ви довго тут мерили? Ну, Юля, зараз так уже кашляв. Листи? От, я буду листи. А ви нормально пускаємо далі? Ну, я з меньку раненьку, ну, чи таку, ну, може, з ложечку такою. Угу. Ну, то я не знаю, чи він її з'їв. Він же ж не їсть зараз. Давайте я йому кольонці бачу, а то більше не... Коли? Ну, вже і так по-любому йому да, пішов далі да, до лісу. Да, коли? Коли його особити? Ну, коли його? Тому що щось його не... Ну, він як так, то до його не зайдеш. Він вибігає, бігає кругом. Живий був, так? Да? Так, да, так. Да, а зараз такий да, слабенький да, став, так? Так, так. Його видно. Я випустила на вулицю, то він навіть ніде не порив на вулиці, нічого. Значит, что-то не так. Він пройшовся і все. Ну, чусь просто, ну, я сразу Юля знайомая, ну, просто как бы не довелось ще поки пощупати животних. А так. Такой парсюк. Щось привалив їсти. Я вже йому і такое. І нічого не захотіли. Але це соломки підкинула таке, і то він хто-то от риється по чуть-чуть. Видно сразу ж, кормиш. Да. Зразу видно. Ну, животне, воно не обманює ніколи. Так, остальные зверушки, слава богу. Ну, вроде бы, кто я знаю. Тоже Юля все ну, Юля, у вас как это, как да, святая он, икона. Он перестал есть, у него где-то схватки в животе взялись. Ну, понимаешь, он уже, Юлька, я уже вчера выбрала, и позавчера я его выбрала, вот этого, еду. Ну, знаешь, он... Прям вот так? Ну. И все? Хорошо. Ну, что ты, друг? Страшно тебе. Что, побачил свинью? Ну, у меня в Бресте таких нету. Блин, застрял. Ведущие тролльные закупки сегодня пьяные. Нет, мы пьяны. Мы заехали в Детковичи, мы набухались. Вот Юля. Покажи людям Юлю. Не надо мне. Люди, Юля нас напоила. Короче, мы отдыхаем. Мы конкретно отдыхаем. Утро начинается хорошо, когда ты вещаешь из чужой кровати. Ну, если кто не понимает, я сейчас не дома, я заночевал минимально у подружки Юли. Мысли его за...